Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play. И мы продолжаем играть The Binding of Isaac. В прошлый раз мы прошли Аполеона. На этот раз у нас по очереди Забытый. Ну что, приступим? Отлично. Только скорость убавилась. Хорошая вещь, кстати. Если правильно пользоваться. Практично, конечно, но пойдет. Это зараза. Ладно.
Возьмем. Нету. Ну это обыденно в вазике, когда у тебя чего-то нет. Либо бомб, либо ключей, либо всего вообще. Терза. О! Не думал, что буду рад костяным сердцам. Давайте еще проверим вот эту комнатку и все. Так, что-то у нас ключей нету. Чуть не вляпался. Отлично.
ключ. Секрет. Нет уж, спасибо. Как-нибудь обойдемся. Давайте лучше банку купим. Хотел костью подобрать артефакт. Давайте баланс. Что-то не хочу этот мини-бримстоун брать. Он, конечно, классный, но... Нет. Не надо так делать.
здесь. Так, ну мы еще пока успеваем, вроде. Пойдет. Так, ну вроде успеваем на босс раш. Как, конечно, еще бой завяжется. Блин, еще только первой глубины. Ё-моё, ладно, тогда надо будет торопиться. Тогда давайте, ребятки, побыстрее. Можно, в принципе, императора использовать. Быстро к боссу спаунится. Ну, сейчас посмотрим, как будет по обстоятельствам. Отлично, сейчас вот как раз берем предметы и к боку спавнимся. Отлично. Но выбор очевиден. Будем драться за Козерога. Thank you.
Дурак. Ладно. Невелика потеря. Ну, наконец. Так, ну вроде ничего нет, пойдем дальше. Отлично. Thank you.
Давайте коня возьмем. Потом оставим. Давай незабудки возьмем. Так, вроде успеваем еще к хашу. Так, стоп. Блин, коня бы зарядить, ну ладно. Поехали. Thank you.
Вот забытый читер, да? Спрятался за скелета и ничего ему не будет. Только вот мухи суету наводят. И вот эти ребята. Самое главное работать сообща. Блин, синих сердечек нет. Так, а что здесь у нас? Дьявол. Давай дьявола возьмем. Ну что, попробуем делириум атаковать. Розетка с забытым очень хорошо сочетается. Отлично. Так, а здесь не секрет. Мое чувство меня не подвело. Judgment. О, солнышко. Только оно как будет работать на забытого.
Так. А что такое? А, это... Плацента работает. Я уж забыл, что я ее брал. Блин, вот лучше не трогал. Сатана. Сатана это весело. Может, нам сатану здесь засчитают? Да. О, передозировщик, кстати. Так, давайте мы подлечимся за скелета. Бля, я забываю, что я на коне, бля. Достал. Лучше перестрахуюсь. Возьму лучше это. Аккуратней. Сейчас подлечимся.
возможно, делирую. Нет, не угадал. Свои сигналы мне подает. Грязные мысли. О, мы дошли. Thank you.
Отлично. Плацента. Обычно вот на этом червяке всегда какой-то баг, и делириум может прям получить критический урон. Точно, у нас же грязные мысли, давай это говно будем использовать. Она еще. Вот центр работает, пацаны. Все, пацаны. Бедная кнопка стрельбы. Ну мы сегодня, ребят, молодцы. Мы сегодня, можно сказать, все спидранские забеги по типу Босс Раш, Хаш и Делириум. Все вот это на время мы его сегодня все прошли. Это в следующем забеге может будем, наверное, проходить по возможности Мега Сатану через негатив. По негативному пути. Вот. Ну а потом, наверное, да, Полароид будет. Мать. Ну и в итоге, да, Звери, Догма. Как-то так. Thank you.
Книга мертвых. Ну что, ребят, на сегодня мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте несколько комментариев. Всего хорошего!